Всем привет, друзья! Обращаюсь ко всем, кто хочет получить рабочую карту по строительству. Была вакансия, рассказывал о ней в сообществе. Сейчас же хочу озвучить ее в видео, потому что реально очень горит набор, нужны люди. Компания набирает строительная людей, нужны даже без опыта, готовы рассмотреть. Но только если вы, конечно, с руками, готовы учиться и хотите развиваться, так сказать, получить какую-то профессию, готовы таких людей рассмотреть. Но в первую очередь, конечно, нужны специалисты, водителя категории А, Б, С и так далее. Сейчас более подробно расскажу. Значит, рабочая карта по программе «Квалифицированный сотрудник», контракт на 2 года сразу заключается. Это все строительная компания. Работа по всей Чехии, много командировок будет, много будет часов. Значит, кто нужен? Водителя строительной техники сейчас минимум 8 человек, монтажники 10 человек, слесари 4 человека, плотники 3 человека. Значит, полное все медицинское страхование, то есть полные выплаты, как положено, здравотки, социалки. Зарплата стартует от 170 крон в час брутто, то есть грубая зарплата плюс премии и командировочные. Но я вам так скажу. Спрашивал у ребят, которые там работают, со старта будет минимум 30 тысяч крон чистыми. Это минимум, если брать реально тот график, по которому они работают, а работать вы будете по 6-дневке, то есть 6 дней, минимум по 12 часов. Ребята, это стройка, это тяжело на самом деле, но и офигенные деньги. 30-40 тысяч можно спокойно будет зарабатывать, но нужно будет реально поработать. Поэтому кто хочет, кто желает приехать в Чехию по рабочей карте на стройку, пожалуйста, обращаемся в группу, пишем контакты под видео, Viber, Telegram, все там есть. Тренировки тоже оплачиваются отдельно, разовый бонус 10 тысяч крон, тоже это все есть. Значит, предоставляет все полностью бесплатное проживание. То есть, короче, условия офигенные, кто реально хочет приехать поработать, вперед за всей информацией. У меня на этом все, всем удачи, всем пока.